такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Но там есть патрончики в шкафу. Вот в этом. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Ой, ой, сзади подползает! Вон дома! Мама, еще один!
Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти, отпусти меня к ней! Сашенька, живой! Спасибо, брат! Саша, ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка! Как ты сюда попал? Без его отца нам бы не прожить! Если бы он потерял сына... Меня этот человек принес на плечах! Я ему помогал монстров убивать! И нас всех заодно! Спасибо! Мам! Я небо видел! Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Дежурная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Не знаю, что делать, что делать. Лёша, мой брат, куда ты делаешь? Не знаю, что делать. Кто-то. Где ты, Лёша? Что мы можем Это кончилось. Попозже еще завезут. Не могу вам продать, это предзаказ. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Хороший выбор. Уже другому клиенту пообещал. Баба, нет человека и нет проблемы.
Это полезная штука. Тебе спасибо. Только у нас лучший курс на станции. Лучшие пушки от лучших мастеров. Проходите. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис.
Труп! Тревога! Тревога! Убит! Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я продрог до смерти. И фильтр. По моим часам нам еще минут 10. Скорее. Эй, там вроде кто-то... Шорох, кажется. Интересно, что это там? Крысы? Может, конечно, и крысы. Патрона давать будут. Хорошо бы. Thank you.
Что такое? Коммуняку! Ух! Нашего убил! Солдаты! Теперь тебе крышка, гад! Меня задело! Теперь мне было ясно,
что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Кто идет? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих? Что? Кто-то... Так. Шевелилась ведь. Точно шевелилась. Крысы? Может, конечно, и крысы. Вроде отсюда слышал. Найти и уничтожить! Выходи, урод! Черт, перезарядка!
Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Ня. Убийство! Кому няки близко! Стоять! Кто? Ушел, собака, точно ушел. Убитый! Тревога! Красные идут! Теряем солдат! Потери! Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. На самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь
Судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию.